5 декабря сего года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Руси Кирилла и под его председательством состоится первый большой съезд казачьих духовников по кормлению казачества в России и за рубежом. Мы предполагаем, что самый большой зал Храма Христа Спасителя будет заполнен полностью. Приедут духовники казачьих обществ, приедут атаманы э, с делегациями э, казачьими, э, приедут э, архипастыри и священники не только из России, но и из-за рубежа. Э, э, большая делегация собирается из Украины, из Белоруссии, ну и из дальнего зарубежья в том числе. Три с половиной года как создан Национальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви. И Святейший Патриарх объявил себя духовным наставником всего казачества. И вот, конечно, за это время подготовлены Сандальным комитетом уже около 10 документов уставных, уставы, положения и многое другое, что помогает сегодня как раз в работе духовенства с казачеством. За это время прошли многочисленные конференции, обучающие семинары для священников и для атаманов. Было совершено мной и сотрудниками Садального комитета большое количество поездок по казачьим регионам. Только что я проехал в течение 10 дней в Украину, встречался также с казачьими обществами Украины, и 4 дня находился в Беларуси. И также встречался с казаками, с духовниками казачьими, с архиепасторами. Была большая, значительная конференция которая собрала около 200 человек. Это впервые была такая конференция, на которой собрались архипастыри, на которой были сотрудники нашего комитета. Было много священников, представляющих все епархии белорусского экзархата, ну и, конечно, почти полторы сотни казаков. Это большая была радость для принимающей стороны, это мы видели искренне как нас принимали и как обо, обо всем говорили на, на этой конференции казаки. Я бы сказал, что из большого чувства уважения никто из казаков выступая не сказал ни одного ну, плохого слова в адрес хотя бы других казаков, которые, с которыми они не общаются. это тоже есть. К сожалению, разделение существует в казачестве и везде. Но вот это чувство так-то, что при гостях, приехавших из России, не стоит поднимать какие-то свои внутренние проблемы. Вскользь это затрагивалось, и как раз призывали казаки к тому, чтобы можно было объединиться и прекратить разделение, что мы и поставили одним из пунктов резолюции по окончании конференции. И пора подвести итог деятельности Национального комитета. Конечно, святейший патриарх Кирилл постоянно спрашивает меня о том, Положение дел, которые сегодня существует, попечение оказательств со стороны церкви. Трудясь в Высшем церковном совете, я делаю доклады для святейшего патриарха и членов совета по работе Сеонадального комитета. Но вот как раз съезд в том числе покажет нашу некую зрелость, некий этап работы. И, конечно, в том числе поставит некие планы на будущее. Святейший патриарх, как всегда, конечно, скажет те значительные слова, которые будут для нас путеводной звездой в течение ближайших лет. Да и для казачества самого. Сегодня казачество, как я уже об этом неоднократно говорил в последнее время, переживает некий новый, я бы сказал, этап в своем развитии. Этап этот заключается именно в соотношении декларируемых казаками предметов и их выполнение, их исполнение в их жизни. Например, отношения с Русской Православной Церковью. Казаки клянутся на кресте и Евангелии, и, конечно, ответственны в этом отношении перед Богом, перед Церковью, перед духовниками. В том числе, конечно, все больше требований предъявляется из стороны государства. И здесь тоже э, некий новый этап. Э, некоторые войска совершили огромный прорыв. Например, на Кубани об этом тоже неоднократно мы сегодня говорим, когда, когда полторы тысячи казаков участвуют в государственной службе, они являются э, дружинниками и выходят на охрану общественного порядка, э, стоят, дежурят вместе с сотрудниками полиции на постах э, ГАИ и э, в других местах, в транспортной милиции. И, конечно, это говорит о большом прорыве э, действительно в казачестве, в отношении э, государственной службы со стороны казачества, что, собственно говоря, и предъявляется э, казакам, находящимся в реестре. Не везде пока это возможно по разным причинам. Во-первых, где-то казаки сами не готовы, где-то нет в регионах финансовых средств для такой заработной платы. Ну и другие есть некоторые причины. Сегодня в Ставропольском крае также начинается подобная работа казачества с сотрудниками полиции по охране общественного порядка. И уже в этом году было выделено 30 миллионов рублей на подобную деятельность. И в следующем году, как я слышал, уже выделено 54 миллиона рублей. Слава Богу, замечательно. И я рад, что наконец Терская войско начинает приобретать действительно те черты войска, несущие государеву службу, которыми они и должны быть на самом деле. Скоро выборы Войскового атамана терского войска. Надеюсь, что Господь благословит и будет человек достойный, который будет заботиться и о казаках, и у него будут хорошие отношения с государственными органами власти, и он сможет наладить отношения и с руководителями Северокавказских республик, потому что терское войско, это войско состоит из округов, в том числе не только на территории Ставропольского края, но и на территории Северокавказских республик. Думаю, что предстоящий съезд даст новый импульс и э, в развитии отношений церкви и государства, э, в отношении казачества. Ну что я имею в виду? Просто порой, э, иногда на местах региональные власти и муниципальные власти не совсем понимают э, значение церкви для развития казачества. Казаки всегда были православными людьми. И уж принимая присягу на кресте Евангелия, конечно, они сегодня заявляют в полной мере в своем отношении к православию. И э, чем больше э, церковь православная будет участвовать э, в развитии э, духовного становления казачества, тем, конечно, быстрее оно будет и происходить в жизни казаков. Вот это тоже все должны понять, в том числе и государственная власть. Но казаки – это не просто общественные обычные организации, которые по уставу совершенно светские, и церковь к ним не имеет особого отношения. Вот, собственно говоря, э, это некая разница, которая очень важна на самом деле во взаимоотношениях на церкви, государства и казачества. Бог, помощь, Бог даст, пройдет достойно наш съезд, и мы вновь услышим благословение и напутственные слова святейшего патриарха Кирилла. Конечно, главный посыл на съезде будет подан священникам и архипасторам нашей церкви. Потому что, коль мы взяли на себя такую ответственность по благословению Святейшего Патриарха, то нужно ее ответственно и исполнять. Чем отличается, может быть, деятельность обычного священника от деятельности священника как казачьего духовника? Во многом не отличается. Это также беседы, это также исповедь, совершение литургии, на которой присутствуют казаки, но в то же время отличается все-таки тем, что казаки имеют свой определенный характер. Казаки несут государственную службу, при этом необходимо знать и действительно устав казачий. Для этого необходимо знать устав казачьего самоуправления, при котором они убирают своего атамана, переизбирают его или не излагают его, принимают в общество кого-то и так далее, и так далее. Необходимо уважать эти традиции казачества. Некоторые священники не хотят этим заниматься, но и не надо. Но кто-то не может заниматься с детьми, кто-то не может заниматься с военнослужащими. И везде есть своя специфика определенная. И поэтому, конечно, должны заниматься те, которые хотят этим заниматься, которые уважают казачество, знают славные страницы и видят э, очень большой внутренний потенциал казачества, который должен сегодня все больше и больше наконец-то проявиться в служении Отечеству, народу, э, Церкви Божией. И, конечно, э, поскольку казаки все-таки... Я бы сказал, полувоенные люди, то вот этот вот тоже настрой священника по работе с людьми такого уровня, он должен быть несколько особым. И видно, когда священник является сам, ну или подлинным казаком или почти что казаком в своем поведении в отношении казачества, то там, конечно, ситуация в этих обществах гораздо лучше и гораздо благополучнее. Это реальный факт, и это тоже нужно, на это тоже нужно обратить внимание. Ну и в конце концов, мы давали присягу, также на кресте Евангелия, перед Святым Престолом, о том, что мы будем всякое послушание выполнять ревностно, благоговейно, со страхом Божиим. Поэтому это послушание также нужно выполнять точно так же. И тем более я совершенно уверен, что от этого... Послушание будет большая отдача, не сразу, постепенно, но она будет. И окормляя казаков в обществах, и занимаясь э, воспитанием сегодня казачат в казачьих одесских корпусах, в казачьих школах, в казачьих классах, все это безусловно даст свои определенные плоды. Не без труда все происходит, не без проблем. Это было, есть и будет, но однако э, трудящиеся увидят все-таки благие результаты своих э, трудов. Э, я в том числе э, вижу их иногда, и те э, многочисленные проблемы, которые есть, для меня уходят на второй план, когда я вижу этот небольшой пускай пока, но результат своих трудов.